Где? Нифига себе! Ай-яй, вот это грибочек, ага. Ну-ка, давай его, делай. Ёлки-палки, здорово. Ай-яй, молодец. Вот это да. О, барбекю, блин. Натуральный, да? Да, натуральный. Кстати, вот знаешь, грибницы полно, я поглядел. Есть. Грибницы есть. Я сюда 30 лет хожу. Я тоже сюда хожу с детства. Ты из, ты из Бабушкина? Нет, я с Дзержинска, кстати, с Чкалова. А, с Чкалова? Да, когда маленький был, я Чкалова. А как вас звать-то величать? А? Как вас величать? Виктор. А, очень прекрасно, у меня Алексей. Я делаю репортаж, независимый народный репортаж у меня. Я выставляю все в интернет, на YouTube, ВКонтакте, в Одноклассике. С интернетом не дружишь? Ну, нет. Да. Нет? А дети? Ну вот сколько ты вот сегодня нашел примерно штук? 15. Штук 15? А во сколько пришел? 10. 10 пришел? Здорово. А я вот пришел, считай, 6:30. Но я большинство сыроежек нашел, этих вот зеленых, крепких. Ну, зеленые кулачки попадают, сыроежки такие беленькие. Ага, ага. Да? Ну вот я попал, знаешь, сколько белых? Ну, наверное, может быть, чуть поменьше. Может быть, штук 8-7 вот так вот нашел. И эти, знаешь, я не знаю, ты собираешь, нет, эти поддубники? А есть такие, они здоровые. Темные такие. Срезаешь синие. Они, знаешь, кстати, сладкие. А кисленькие. Ну нет, они, вот я, у меня жена, знаешь, у меня жена с луком делает такие сладкие. Отлично. А? Ну, может быть, я, знаешь, мы... Чисто это... А где такие скисты? А это вот натуральные поддубнички, они крепкие я такие. Я знаю, я видел их все. Но я их не срезаю, ну, я встречал, что 5 раз встречал. Так, ну давай поглядим, сколько тебе там грибов тогда покажешь. Ну-ка. Я сейчас просто обзор сделаю. Ну-ка, открой. Ага. Ну-ка. Я просто загляну туда. Во! Нормально. Вот это я понимаю. О! Отлично.